иду. Ты Карл Галлагер? Да. Какого хуя? Ты увел мою рекомендацию в Уэст-Пойнт. Конгрессмен Оберман обещал ее мне. А ты сломал мне нос. Отец отдаст меня в морпехоту, а меня, блядь, ебет? Ты охуел? Хватит! Я вызываю тебя на дуэль. До смерти, если придется. Я вызвал тебя. Ты выбираешь оружие. Кулаки и ноги, пистолеты, ножи, биты, кастеты. Да нахрена все это? Этого требует долг, честь и страна. Так делают в Уэст-Пойнт. Завтра на закате на зернохранилище. Тот, кто все еще будет дышать, получит рекомендацию. Выбирай. Делаем 20 шагов и стреляем. Спиной к спине. Видел в кино. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать! Не хочу я ехать в Уэст-Пойнт! Ебать! Этого хочет отец! Я хочу в универ писать стихи! Чего? Эй, эй, слушай, я теперь калека! Я не могу быть офицером! Я такое видел, ты задел только мясо. Рана быстро заживет. Блять! Сука! Выстрели в меня! Что? В кость! Прострели мне кость ноги! Да, блядь, не в жизнь! Я брел один среди долин, как облако меж гор седых. Вдруг я заметил средь вершин ковер головок золотых. Ебанулся сейчас читать нарциссы. Там, трепеща у горных вод, плясал нарциссов хоровод. Их звезды мне свет дарят, блестят и... Ебать! Ебать! Спасибо! Этого было достаточно. Эй, эй, спасибо, чувак. Ты порвешь всех в Уэст-Пойнт. Tell me, turn up. He been wishing for a burner. The key lay right walking. You know that it's on the furnace. I bet you beat it. Hell, he bought you.